Николай Федорович, когда и где вы родились? Я родился в Кингисеппском районе. Тогда был Кордининский сельский совет. Сейчас такого сельсовета нет. В деревне Савикино, это на берегу Бабинского озера. Деревня вот такая, и она и сейчас существует. Деревня Савикино. А когда вы родились? Я родился 20 октября 1927 года. Скажите, пожалуйста, как проходило ваше детство? Вы учились, работали, помогали родителям? Да, конечно, учился. Сначала начальная школа, это деревня Бабина в 4 километрах, тоже на берегу Бабинского озера, озеро-то 7 километров длиной. Туда ходил 3,5 года, а потом 1,5 года ходил в деревне Великино, неполносредняя школа. Там учился. И в 1941 году, в конце мая, окончил 5 классов. И больше мне учиться в общеобразовательных школах не пришлось. Началась война. 22 июня началась война. А немцы пришли в конце августа, а оккупация началась. В конце августа. Мне было 13 лет. 14 исполнялось в 41 году только 20 октября. Угу. Николай Федорович, скажите, пожалуйста, а как вам кажется, войну ждали или она была неожиданной? Да разговоры, конечно, были. И фильмы такие шли, что воевать придется. У нас по соседству был воинский гарнизон, моряки стояли. Мы туда ходили в кино. Там через день было бесплатное, причем кино ходили. Так. И военные фильмы были. Ну, как-то получилось так, что все-таки неожиданно получилось. Ждали-то ждали, ну а тут вдруг, тем более, что я хоть тогда еще в этом деле мало соображал, но взрослые говорили, что не может Гитлер сразу на 2 фронта, с Англией воевать и с Советским Союзом. Как это бы, ну, не думали, не верили как-то. Вот, там взрослые дяди, я помню, говорили, не может быть, что как что на 2 фронта. Тяжеловато все-таки Англия, что все-таки страна сильная. А получилось так неожиданно. Мы, помню, гуляли, это 21 июня, пацаны долго гуляли, летнее время, каникулы, из Ленинграда много дачников было, ребят много на прогоне гуляли, до часу ночи, может быть, там спелые ночи как раз. И пришел, у меня отдельная комнатка была в деревне, летняя такая, в чуланчике, и я лег спать, а потом часов 10, наверное, я еще не проснулся, отец разбудил меня, приходит и говорит, что война началась, и что вот моей двоюродной сестры мужа уже взяли. Взяли, машина приходила. Вот так началась война. Ну, собрались здесь, потом председатель сельсовета пришел, собрание провел. А потом собрание было, когда вот речь Сталина была 3 июля. Тогда тоже собрание было. И так и началась. 13 июля... И 13 июля отца взяли в армию. Вот, он 900 года, ему 41 год был. Провожали, он шел на фронт. А мы остались. Думали эвакуироваться, как или нет. Немец напирал, говорили, что уже Таллин взятый, к Нарве стал подходить близко. В июле месяце он, кажется, под Ивановским был, чтобы быстро как-то это приходило. Но он когда уходил, говорит, только с родного места, говорит, не уходите. Говорит, никто там вас нигде не ждет. Как бы не было, говорит, держитесь за свою родину, малую родину. Это отца на полстве такое было, такое же желание. И вот так в конце августа пришли немцы, началась оккупация. А вы помните, как вы первый раз увидели немцев? Да, конечно, помню. И довольно подробно. Наше все население всей деревни, потому что ожидались бои, мало ли там, дома сгорят, там бои будут в деревне, ушли в лес. Наша деревня окружена с одной стороны озером, с другой стороны плотную лес. В километрах в 2 сделали там землянки, шалаши, и вся деревня туда переехала. Ну, лето, и так и скотину туда, то есть под елками она стояла. Вот. И... А потом ходили в деревню проверить. Ну, все брошено, все там
проверить, как там состояние деревни. И вот я не помню уже, какое это число августа было. Я тоже пошел в деревню, посмотрел, как будто все в порядке. Прошел по всей деревне, наш дом был на окраине, а я прошел по всей деревне, и там, смотрю, какая-то девушка, солдатка, в солдатской форме. Ну, видимо, медсестра, тогда армия наша отступала, там отставшие были, да, это как-то разрозненно так уже к концу августа отступали. И каких-то два, может, командира или, может, красноармейца, так метрах 150 мыли картошку. Эта девушка копала картошку. Вот. А там мыли картошку это. Ну, я поговорил с ними, вот такая большая собака у девушки вот была, как овчарка. Не помню уж, о чем мы поговорили. Я пошел, а так сараи были за деревней, и начинался лес. И только зашел за сарай, и смотрю, немцы идут. Ну, они, как всегда, в касках, ну, человек 15, может быть, их, наверное, было. Брякают оружием там. И у меня метров, может быть, 150 я был от них, позвали. Я подошел, и один был в гражданской одежде, коричневый у него такой костюм с усиками, гражданский, он был переводчиком. Вот, стал спрашивать, откуда, я говорю, я с этой деревни, где население? Я говорю, что вот живут, потому что ожидали боев, и живут в лесу сейчас. Вот, а сейчас красноармейцы есть в деревне? Я говорю, да, никого нету, сказал, я говорю, никого нету. И они, главное, в деревню не пошли, а пошли вдоль этих сараев и к лесу и направились в соседнюю деревню по лесной дороге. А в деревню так и не зашли. Когда они немножко удалились, я обратно в деревню прибежал, эта девушка еще копала картошку. Я к ней бегу, а собака подбежала, меня за рукав схватила, кусает, а я не чувствую даже, не обращаю внимания, что она меня прокусывает. Я говорю, там немцы за сараем. Она, помню, как вот покраснела так и бежать к этим солдатам. Куда они потом пошли, я не знаю. Я пришел когда в лес, и сразу, чтобы население не всполошилось, пришел председатель колхоза. Все-таки дядя Петя Михайлов был. Говорю, дядя Петя, я уже немцев видел. Вот. А потом ночью по деревне нашей стали стрелять из орудий. Слышно, как два орудия стреляли, это с района Котлов. Котлов. Это от нашей деревни в 10 километрах по дороге, а так, может, 9-8,5 напрямую. И слышно, когда орудия бьют, и снаряды летят, шумят через нас и рвутся. Пошли смотреть там. Значит, как-то, ну сколько они, может быть, десяток выстрелов, 10 залпов дали по 2 снаряда, примерно столько. Ну, деревне нашей повезло, одну баню только снесло. С фундамента. Потом там у одних в огороде была вынесена вся мебель, так мебель разбила, а дом ничего. Ну, стекла, конечно, все разбились, и снаряды все ложились, и в одном доме только вот так стена вдавила, а все, только стекла разбиты были, все. И колодец один снесло, а остальное как-то снаряды мимо, как говорится, Бог миловал. Да. Вот таким образом. Потом, что ж, когда немцы, боя здесь не было, немцев тут пришли, и население начало возвращаться домой. Уж не помню, откуда стекол брали там, это застеклили как-то, и так вот начали жить во время оккупации. Во время оккупации вот, немцы в вашу деревню приезжали? Да, приезжали они. Постоянно они не стояли, а осенью, или сказать, ранней зимой, тогда снег рано выпал. Наверное, это было не то в ноябре месяце, возможно, конец октября, приехали на параконных подводах это, и забрали все сено, которое было в деревне. И скот, собственно говоря, остался без кормов. Все забрали и увезли. Вот. А потом тогда пришлось вот во дворах, в сараях там крыши рушили. Ну, у кого там остатки некоторые остались там, это. И так вот, потом, помню, на озеро ходили, трава, которая растет из-под льда, там, около озера. Так косили зимой эту траву, осоку там где-то. В общем, кое-как до весны дотянули,
до весны дотянули. Наши солдаты отступали, какая-то лошадь была больная. Они ее не взяли, говорят, берите ее, она, говорит, чем-то как заросчивая такая была, вот остановится и не идет. Так называли заросчивая, не знаю почему, что полезли так или так по-деревенски называли. Но эту лошадь зарезали и разделили на всех в деревне на мясо. Вот, вот таким образом. А так больше немцы постоянно у нас не стояли, потому что от шоссе мы в 3 километрах жили, наша деревня от шоссе, где они... Да, там, в этих деревнях, где по шоссе, там они останавливались, бывало. А котлы было, там комендатура была, где, значит, выбрали старосту немецкого из этого... То есть не немецкого, нашего, конечно, только при немецкой власти, там, при комендатуре, вот выбрали старосту. И тогда началось по их законам. Вывесили сразу объявления, вот такие большие объявления, красочные такие. И все вот военную форму, значит, не носить, красноармейцев не привечать. И за все через черточку расстрел, расстрел. Одно наказание, расстрел, расстрел. За все расстрел. Если вот накормишь какой-нибудь, они еще по лесу, бывало, идут, выходи из окружения. Бывало, что придут, чтобы покушать чего-нибудь. И за все это вот такие... Тык-тык, жесткий такой приказ, крупными буквами черными, расстрел. И нельзя было носить, вот, например, военную гимнастерку не надо было одевать. А у меня, помню, так мать гимнастерку военную откуда-то у нас взялась там. Так она покрасила мне в черную краску, да, потом эти со звездочками эти пуговички так пришила обычные, и ничего я носил. Вот таким образом. Так началось. Партизанское движение в вашем районе было развито? Да, партизанский отряд в нашем районе был. Был в партизанском отряде. Партизанский отряд был. В общем, если говорить дальше, то сначала нас, немцев, был наш аэродром в котлах, и потом они свои самолеты стали туда, прилетели. И со всех окрестных деревень собирали людей, в основном молодежь, значит, работать на аэродроме. Котлованы копать там разные, значит, бензин в бочках перевозить, там, строительный материал, дрова там заготавливать. По 4 дня так было. 4 одни, потом 4 другие работают. Вот. И так ходили. Потом В 43-м году собрали, значит, всех регистрировали, с 14 лет и дальше, зарегистрировали все как рабочие, считай, с 14 лет уже обязан был работать, такой рабочий паспорт выдавался. И тогда вот это было, наверное, в июне месяце, конец мая или июня начало, собрали всех, на станцию Коты погрузили и привезли нас в Ивангород. А там был лагерь. Ну, как сказать, он, не, собственно, не как концентрационный, как рабочий лагерь. Но колючей проволокой он был обнесенный. Не помню, во сколько рядов, в 2 ряда или в 3, не помню. Вышек кругом не было, а только проходная была. Там в проходной, тут комендатура и проходная, там немцы дежурили в проходной. А так, значит, и на разных работах. Мне доставалось в карьере работать. Ну, слухи там доходили как-то, что вот вроде как уже блокада, как прорвана, говорили, что ленинцы по стенам стоят, а что прорыв был, как будто не все знали, но так слух такой был. Немцы-то об этом мне ничего не говорили такое. А потом слух прошел такой насчет Орловско-Курской дуги. И вот из этого лагеря начали постепенно люди убегать. Пацаны, там, ну, 14 лет и выше. И вот мы тоже собрались, несколько деревень, 4 человека нас было. И тоже вечером хлеб давали, чтобы утром, значит, меньше на завтрак тратить, чтобы ели бы и сразу на работу. Вот мы этот хлеб, и вот вечером, когда смеркаться начало, и
И мы через эту проволоку. Там, ну, ребята все за одно ж одеяло набросили на проволоку, чтобы перелезть. И так, значит, мы оттуда убежали. Вот. Пришел я домой, это вроде так, на полулегальном таком положении, потому что староста мог доложить в комендатуру. Вот. И тут мне повезло, я встретил, значит, в разведке партизана одного. Он был из нашей школы, но только старше меня, наверное, года на три, наверное. Он в старших классах учился. Тоже Николаев звали, Филиппов фамилия. Я говорю, вот такое-такое дело. Говорит, ты знаешь, говорит, у нас в этом деле, он сказал, партизан, тут, говорит, очень строго, вот просто так нельзя человека привести. Это закон суровый, могли за это и расстрелять, чтобы кое-кого приводить. Надо верных людей таких, чтобы знато кого-то приводить. Я, говорит, я не могу, говорит, это. Но если захочешь, говорит, так найдешь сам. Вот так меня ответил, но не взял. А потом мне повезло, встретил я одного, я скрывался потихоньку, так это, когда домой приду, но староста, правда, ничего такого не докладывал, оказался такой человек, что сквозь пальцы как-то на это смотрел, хотя, конечно, он мог за это тоже ответить. Я свое положение рассказал одному разведчику, я в такой палатке, это, в шалаше жил, и там была землянка недалеко от деревни. И он шел с разведкой, а разведка в чем заключалась? Нужно было по всем дорогам, значит, движение фиксировать, какое движение идет. Техники, пехота, там все. Но записывать не полагалось, потом я в партизанском отряде когда был. А все в уме нужно было. Но все дороги были под контролем. И все это докладывалось командиру, а был северок такой, называется, передатчик. Каждый вечер они отстукивали. Командир был он из Ленинграда, радист тоже был. И, в общем, этот, я немного не мог вперед забежал. Этот партизан, когда он бывший из бежавших военнопленных, вот, он говорит, да, тебе, говорит, деваться некуда, как хочешь, говорит, а я возьму тебя, говорит, все-таки вот так. И он меня вот привел туда, партизанский отряд. Там комиссар со мной разговаривал, все, я ему рассказал свое положение. И так я стал партизаном. А что это был за отряд? Отряд был разведывательно-диверсионный. Командиром был Николай Иванович такой Савельев. Он был за линией фронта. Это. Сначала он как бы был как разведка здесь была наша, что ли. А потом эта разведка стала обрастать. И нас... Впоследствии стало порядка 100 человек. Может, немножко больше, может, немножко меньше. И вот так, в основном, подрывная группа была тоже. Когда вот деревню нашу сожгли, деревни, которые стояли подальше от шоссе, те сожгли деревни для того, чтобы партизанам было. Ну, базу выбить из них. А население отправили, кого в Германию, и говорили, что в Литву, кажется, там. Вот. Некоторым только удалось сбежать. Вот эта подрывная группа у нас была, так они, значит, пока в котлах эти люди собирались, они вот под деревней Ранолова, их, кажется, 5 человек было, этих подрывных. Чапаевцы почему-то их звали. Вот. Они взорвали мост, и потом, ну, молодежь, которая в котлах-то, что там, их охранять все время будут, молодежь найдет, многие разбежались тоже. Вот оттуда. А название у вашего отряда было? Сокол. Сокол. Это потому, что у радиста было позывной Сокол. И так поэтому по позывному стали называть отряд Сокол. Много было избежавших военнопленных, потом местные наши были ребята. Даже были с одной школы несколько человек наших. И так мы вот и 2 боя пришлось вести. Потом, когда каратели нас начали очень преследовать, у деревни получше вот, день был, что целый, почти все боеприпасы израсходовали с карателями. Но атаку их мы отбили, они даже ночью не решились к нам прийти, хотя мы отступили. А потом еще около деревни Куровец, там скоротечный бой был.
Вот, они там с минометами туда пришлось отразить. И тоже, как, когда обнаруживали, всегда место меняли. Меняли. Вместе оставаться уже нельзя было. Вот. И хорошо, когда старались, когда метели, чтобы... Была одна лошадь у нас, потому что надо было ведь... А продукты как вот? Никогда население угнали, а вообще в нашей местности, сейчас не знаю, практикуется это или нет, а до войны было так, что некоторый запас продуктов, то есть картошки, там моркови, капусты, дома держали, а остальное зарывали в землю, в ямы такие, бурточки такие, за деревней уже, не в самой деревне, за деревней. И оно лежало там до весны, а потом весной выкапывали, и значит, там на семена и это. А в войну тем более много закопали, потому что мало ли пожар будет или еще. И даже были это, рожь закопана. А когда население-то угнали, а эти остались. Немцы, видимо, по всей видимости, не знали, что такой есть порядок, такой хранят русские так, продукты. Иначе бы они и выкопали, или там бензином залили, или увезли. Так вот, мы всегда приходите туда ночью, откопаем, нужно сколько возьмем, там человек 15 с мешками. Все, потом опять все заровняем, зароем, опять уйдем и вот этим питались. А на мясо отстреливали лосей. И вот когда на задание уходишь, кормили два раза в день, значит. Ведро там на 5 человек было, пару месяцев, с котла ели, не было такой особой посуды. Были у нас женщины, девчонки были, не знаю, может, полдюжины. Но командир никогда девчонок не посылал на задание. Они только на хозяйственную работу вели. Например, когда вот на парашютах сбрасывали нам, ведь для рации нужно этих батареи, они садились, нужно, а потом боеприпасы расходовались, нам сбрасывали с самолета. По радио связывались и в специальном месте там разжигали костры. Правда, мне самому ни разу не приходилось, чтобы не назначали меня, чтобы встречать. Вооруженные партизаны, там человек 12, самое лучшее оружие, и брали. Причем, и вот с этих парашютов они шили нижнее белье, потому что иногда бывала вот вшивость, а в этом нет. И маст-халаты они шили, вот девчонки. Эти, из парашютов. Ну, сбрасывали гранаты, оружие сбрасывали, патроны. И сбрасывали еще продукты эти, консервы мясные и сахар. Но это строго только раненым. Так не давали никому, только раненым. Вот эти продукты, которые вот, привозили. И всегда это удачно. Ну, большинство случаев было так, что с грузом обязательно сбрасывали или одного, или два человека. Там понадобился инструктор, который мог бы инструктировать, как правильно минировать. Никто, минеров не было, не знали, как толком-то. Первый раз не, даже там костыль вырвало, не знали, как это делать. Потом стали знать, каким образом это взрывать. Натяжного действия было тогда. Это электрическое это и не было, а натяжного действия там за 50 метров. За веревочку дерну, и все в порядке. Вот таким образом. А потом, когда в конце января наши вот пришли, мы сюда, в Кингисепп, пришли, наверное, вот он был первый освобожден, мы, наверное, числа второго, наверное, пришли сюда. Второго, наверное, в Кингисепп. Здесь сдали свое оружие, и вот наша армия шла, когда... Вторые эшелоны мы идем, а и встречаются. И почему-то потом я не в литературе, нигде не встречал. Почему-то они нас называли, о, это, суворовцы. Не знаю, почему суворовцы. Наверное, у нас вид был такой, как через Альпы перешли, наверное. Суворовцы. Да не только одни. Второе, значит, волна шла, то тоже, ой, здорово, суворовцы. А потом с Кингисеппа здесь... Комиссию прошли, комиссия тогда очень простая была. До пояса разденься, повернуть туда-сюда, спусти штаны, согнись, нет ли у тебя грыжи, и все. А что мы с партизаном? Когда сказал, а я тебе взял год прибавил, думаю, а то так на фронт не возьмут. Я сказал, что я 26-го года. Так и записали, так я и служил.
И так до сих пор по документам я 26-го, а практически-то я... Поздравление было всюду за 90, по 90 лету 20-го, а мне-то только еще будет. Ну, беда, думаю, небольшая. Вот таким образом. И после этого у нас в Ленинград распределительный пункт. С распределительного пункта там одели форму и такой, сказать, поселок под Ленинградом, Топцево, недалеко, не знаю, сколько там, километров 20, что ли, и туда запасной полк. Там проходил курс молодого бойца. Примерно с 5 или 6 так, февраля 44 года и по 1 июня учили нас там. А потом выучили, значит, на пулеметчик крупнокалиберного пулемета. Вот. Крупнокалиберный пулемет, значит, расчет 5 человек. Командир, первый номер, второй номер, подносчик патронов и шофер. Вот. И 10 и 9 июня нас пришли так называемые, просторечие называли покупатели, это которые приходят с фронта за пополнением, называли покупатели. И вот они нас отобрали, значит, и на фронт, там же, на Крейском перешейке, тогда назывался Ленинградский фронт, Крейский перешейк назывался Ленинградский фронт. И 10 числа мы пошли в наступление. Вот взяли линию Мангейма бывшую, это, за это нам присвоили, наша дивизия была Ленинградская дивизия, это краснознаменная ударная 381-я дивизия, и присвоили наименование Ленинградской. И 20 числа взяли Выборг уже. Вот. А потом в дальнейшем бою, я в одном бою был контужен, правда, легко. Я не захотел и сбежал этот самый госпиталь, не хотелось мне в госпиталь. При разрыве, значит, пулемет стоял на трех ногах, еще не успели огневую выкопать, снаряд разорвался, и вот такой глыбой ударило в пулемет, а пулемет тяжелый, 150 килограмм. И на меня, значит, хорошо, что глыбой его тут ударило, осколок не было, глыбы вырвало, и вот глыбой в пулемет ударило, я стоял, а меня повалило по голове и по ногам получилось. Ребята, говорят, думали, на тебя убило, наверное. Ну ничего. А потом с финнами мир заключили, меня перевели в тыловую часть. Я так больше на фронт и не попал. Больше и не был на фронте. Только вот это. И так служил. В 46-м году в Ленинграде служил. В 47-м году женился. Вот в армии все еще в армии был. И в 50-м году я демобилизовался только. Уже у меня дочка росла. 48-го года. Приехал, а у меня отец пришел с армии тоже. В поселке Тарайка, лесопункт там был, и я туда. Жена, правда, не хотела сначала ехать туда, кроме в лесу буду, она привыкла, она ленинградка, блокаду там прожила. Ну, а потом смирилась. Я стал в лесопункте работать. Работал вот там. А после переехал в Кингисепп, стал на автобусе работать, и так на автобусе я, правда, еще до этого на самосвале работал 4 года, а после больше четверти века на автобусе проработал. Ездил и на Ленинград пришлось ходить, и потом перед пенсией уже на фосфорит вот ездил. Имею все три диплома работы без аварий. Лучший по профессии у меня вот есть. Ударник коммунистического труда. Сколько раз вымпел заработал лучший экипаж. Зарабатывали мы это вот таким образом. На доске почета не раз бывал, правда, не городской, а доска почета предприятия. Галя, это тебе, да? Да. Вот таким образом, пожалуй, я так вот все рассказал. Дальше без ваших вопросов, может быть, какие еще вопросы? Конечно. Николай Федорович, скажите, пожалуйста, в каком году вы попали в трудовой лагерь? Это был 43-й год, и, наверное, конец мая или начало июня, угу. Наверное. А сбежал я в августе. Скажите, пожалуйста, а как вас кормили в лагере? Вот вы рассказали про хлеб, а вот помимо хлеба что-то давали? Да, конечно, баланду давали, ну, так сказать,
все время голодный, все время есть хотелось. Что бы еще бы хотелось? Такой возраст как раз это. А работать-то по много, по 10 часов приходилось, да в карьере. А другой раз вот подходит это грузиться немцы. Немцы же неаккуратные, так у них все на тонком расчете. Думаешь, хоть где-то машина задержалась отдохнуть, только одна отошла, другая подходит. А песок грузить еще легче, а тут гравий лопатами-то. Как? Ну и, конечно, харчей не хватало, ясно дело, что. Так вот, все время такой полуголодный. Ну не сказать, что совсем уже это, так уж, ну во всяком случае, еще поел бы всегда. А со стороны надсмотрщиков какие-то издевательства были, избиения, может быть? Да, на каждой работе, значит, это... Вот, если группа, есть там сколько, 10, 8, 5 человек, всегда отдавался немец. А если большая группа, то и два. Всегда они как бы с оружием, как охранники были. А отдельно никогда не работали, чтобы вот просто мы работали, и больше никого не было. А так. А насчет издевательств, как сказать, немцы ведь тоже, они, собственно говоря, люди тоже разные. Бывают и неплохие они такие. А бывает, что за каждую мелочь, а у них же это палкой опояшить, это у них в порядке вещей. А мы при советской власти к этому не привыкшие вообще были. Раньше насчет этого строго было. Это потом, после войны, как-то милиции ввели там палки, да, то все. А ведь тогда было. Я помню, когда в школе учился, нам даже запрещалось говорить девчонки. Надо было говорить девочки. Конечно, за глаза там и название девчонки. А когда в классе, так узнают, что нельзя говорить девчонки, девочки. Не привыкшие были к палочной дисциплине, для нас это было дико, как рабов, а у них это в порядке вещей. И наказания всякие были, разные наказания придумывали. Вот если чем-то провинился, встаешь на карачки, значит, на пальцы, вот руки так вытягивает, и полено дается в руки. И вот долго ли так простоишь, не сможешь, а он стоит с дубиной, как только наступился, значит, попоешивает. Разные бывали люди. Дисциплина палочная, конечно. Скажите, после того, как вы сбежали, когда вы попали в отряд партизанский? А я вот в каком месяце? Это примерно был, наверное, сентябрь месяц. В сентябре. Как вас приняли в отряде? А приняли хорошо. Комиссар спросил, говорит, каким... Ну, что заставило тебя, молодой, партизанский отряд? Я говорю, так не хочется рабом быть, надо же немцев освобождать нашу землю. А как иначе? Я тоже хочу. Особенно никакой проверки не были, даже это, ни обысков, ничего. Зачислили в разведчику ходить, вот тоже. Бывало в засады тоже, но это очень редко. А в основном сходил по дорогам, вот нужно было все фиксировать. Командир говорил, вот другой раз идет, идут патрульные там. Да, ты думаешь, быстро убил бы их с кустов. А нельзя. Говорит, в драку не вступать. То есть, говорит, эти сведения, которые вы, говорит, знаете, это, говорит, может быть, полка дивизии стоит, говорит. Вот самолеты прилетели на станцию, это на аэродром Котлы, там несколько десятков, сообщили по рации, и утром уже наши штурмовики прилетели и их разбомбили. Сразу потом колонна стояла под деревней Косколова, говорили, что там человек 800, там бензовозы были, машины, там еще что-то тоже. Штурмовики утром рано налетели, это в декабре месяце, наверное, было, и тоже только дым оттуда пошел. Вот таким образом, что значит разведка. А нам хотелось непосредственно вот молодежь, немцев так пристрелить вот где-нибудь. А это было строго. Смотрите, что... Мне, говорит, ваше сведение надо. Николай Иванович такой, Савельев был командир. А комиссаром был Василий звали, а фамилия, это не знал, но Василий звали. Скажите, пожалуйста, как вы были обмундированы в отряде? А у кого что, еще кто был, тот и носил. Специально никакого обмундирования никто не давал. Вот. Моя мама жила, она сбежала тоже в Латвии, а в соседней деревне, которая на шоссе стояла, там
ее сестра жила, младшая, замужем. Вот. А мужа ее в армию не брали, потому что он близорукий был. Так вот, она там жила. И правда, это что-то ее не преследовали. Вот я когда на задание ходил к ним, вот от них тоже продукты убрал. Один раз пришел ночью. А когда послали разведку, нужно было переодеваться, потому что немцы сразу узнавали, партизаны, они же костром пахнут. Костром, это очень запах такой не выветривается. А была немецкая форма, так вот давали немецкую форму, только без погон. Так что вот когда в сумерках идешь, так там сдалека неются немец идет. Вот, приходил, что в одной конце немцы стояли, а я приходил туда, конечно, смертельная опасность для них была. Но всегда кормили, с собой дадут еще. Вот таким образом. Какое у вас личное оружие было? У меня был наган. Вот. А потом это самозарядная винтовка. А потом, смотря по заданию, вот ходили мы, значит, нужно было, моряки подходили, катер подходил ночью с этих, с островов. Как сказать, вот деревня Вистина, там была тоже комендатура. И там был переводчик, наш парень. А он сведения все передавал, которые, значит, партизанский отряд. И потом он говорил, я чувствую, меня, кажется, уже подозревать стали. И мы, значит, и он пришел, говорит, мне там уже оставаться нельзя. И он такие сведения знал, которые нужно было именно передать. И вот этот катер подходил ночью, наш, моряки. И им это документы передавали. Не знаю, может, потом его и самого туда отправили. Катер подходил ночью. Ночью подойдет к берегу в условленном месте. И так это удачно все было. Таким образом. Как обстояло дело с гигиеной? Как часто удавалось помыться, привести себя в порядок? Ведь вы в лесу жили. Да, в этом деле очень было плохо. Одно, когда мы где-нибудь останавливались, обязательно делали землянку такую, где можно помыться. А последнее время нас начали так преследовать, что некогда было мыться, у нас вшивость появилась даже. Вот. Так когда вот в армию пошел, так уже даже вот было. А я, шли мы когда в армию по дороге, деревня Матья, где моя мама была. Я туда зашел и все белье скинул, она мне получше что дала, и белье это значит. Все такое. И в последнее время, вот да, баню только построили, нужно место менять. А партизанам место нужно постоянно менять, тем более, если после боя. Иначе дислоцироваться, чтобы внезапность, и потом, чтобы место менять, расположение, чтобы сбить толку. А карателей было примерно человек 200 нас преследовало. А партизанский отряд, он никогда ведь полностью не... Всегда на задание люди, а друг другу не принято было говорить, где я был там или что. Это не принято было там. И под нару ходили зачем-то ребята, и там что. Был, командиру доложил, все, а что так между собой. Ну, ради, мало ли, может, в плен попадется, пытать будут. А партизан они плен не брали, мучили только, а потом расстреливали. А мучения-то, конечно, разные. Но ведь не каждый же выдержит, что говорить. Потери в вашем отряде большие были? Нет, не очень большие. Нет, были, но небольшие. И раненые были. Не были. Как-то везло в этом деле. Такой бой сильный вели. Это около Хабаловского озера. Целый день. И ничего. Один был раненый. Был локоть. Рука. Значит, это гражданская. А другой был сбежавший военнопленный. Такой Гриша Бантыш. Ему грудь прострелили. Но правую грудь как прострелили, пуля неразрывная, так жив остался. У нас врачи были, два или три врача, двух я даже помню, что такая Нина Михайловна Илыкова была и Иван Миронович Войтенко. И третья какая-то еще была. Они, значит, ну медикаменты кое-какие сбрасывали тоже, кое-какие. Так что первую помощь оказывали. Этот, который на вылет, помню, что он лежал на снегу, вот так, снег, так... У него губы такие красные, но кровь идет. И лицо, мне показалось, что даже белее снега, до чего вот. Жив остался, выходили, а потом, когда наши пришли, наш уже настоящий госпиталь положили. И этого, который был
убитые были, вот у одного моего одноклассника тоже, Вася такой Гаврилов был, убило. Были потери, но небольшие. А медикаментов хватало, вы говорите? Ну, медикаменты были кое-какие, конечно, все, это, наверное, не все, но у врачей кое-что было там, кое-что было, потому что вот это все-таки выходили. Кое-что сбрасывали, наверное, йод там или еще что, бинты. Скажите, каким-то образом в свободное время досуг у вас в отряде был организован? Может быть, какие-то вот сами же солдаты, партизаны делали постановки, может быть, каким-то образом? Нет, было не до этого. Не до этого было. Там некогда было этим заниматься. Все время на заданиях, а вечером вот как это... Гармонь была, был гармонист хороший. Гармонист. И вот его когда ранили в локоть, говорит, на гармонии теперь не могу играть. Ну там были еще, но он очень хорошо играл. Вечером пели. Даже пытались свою песню сочинить. Такую наивную, бестолковую, но свою. А я тогда еще не писал, а я даже писать стихи начал мне уже, наверное, 84-й год. Вот жена умерла у меня, мы 57 лет с половиной прожили. Вот. А потом, когда один остался, переписывался с ее племянницей, она в Москве живет с женой. И до сих пор вот, тут я ей стихотворения посылаю свои. Вот пишу и посылаю ей, она там, говорит, я друзьям читаю, говорит. А информацию о ходе боев каким-то образом вы получали? Что? Информацию о ходе боев. А как же? Это вот у нас этот Северок был, Ваня такой молоденький парень был. Забыл как-то фамилия его. Такой была передача раньше, по радио было «Последний час» назывался во время войны. Я не помню во сколько это, не то в 10 часу было, или же даже в 12. Но кто от задания свободный был, всегда ждали. Командир слушал. Там, в своей землянке. А потом приходил его заместитель, нас всех собирал, и все сводки говорили, что с фронтовых сводок мы знали уже. Помните, когда встретились с частями Красной Армии? Да, сначала разведка к нам пришла. Разведка пришла, вот газеты даже принесли они. Два человека разведчиков, кажется, было, или три. Вот первые только, но они в командирскую землянку, а потом, когда это уже, вот Кингисепп взяли, на второй день, мы, наверное, 2 числа снялись и вот пришли сюда. Потому что еще в Кикирицах ночевали, помнится. Я считаю, в армии 4 февраля, наверное, здесь нас зарегистрировали. Причем сразу хотели отправить на фронт под Нарву какая-то... Воинская часть была на отдыхе в деревне Кёрстово, Раговицы. А потом решили, что куда таких молодых, необученных на фронт. И курс молодого бойца в Ленинград. Вот там пошли курс молодого бойца. И... Угу. Скажите, пожалуйста, а ваш отряд в плен немцев брал? Были такие случаи? В плен? Да. Да. Причем я знаю, что один раз было такое задание. Задание было, когда уже начали наши наступать под Ленинградом. И нужно было штабного офицера взять. Вот. И штабного офицера взяли на мотоцикле. Причем это дело было так, не знаю, партизанский закон жесткий очень был. Партизанский закон жесткий. Там гаупахта там не было. В общем, как-то... Наши три командира отделения, я помню их, Бантыш, Виноградов и Куликов, пошли на какое-то задание и не выполнили. Никакой уважительной причины не было. Пошли со своими отделениями, вроде отход от самогонки достали там, вроде выпили. Так слух был, я точно не знаю. Но, в общем, утром рано, это кто был спокойно, это свободен от задания, выстроиться всем. Значит, с оружием. В две шеренги остановились. И вот комиссар вышел, и этих тут трое. И прочитал приказ, расстрел перед строем. Вот. А потом, хорошо, что их спасло то, что наши уже наступали, Сталинграда началось.
Или искупить, потом паузу сделал, я помню тоже, вот бледные они стоят. А мне думается, такой Гриша Бартыш, мне один день как-то не здоровалось, он приходил, говорит, мне, может, какое питье сделать, я такой парень, говорю. И мне вот так, все-таки 16 лет было только, что исполнилось, то неужели Гришку мне придется стрелять? Вот, а потом, значит, выполнить задание, вот они, помню, тоже бледные стоят, я согласен на любое задание, три. Им дали задание, значит, взять штабного офицера, и они штабного офицера привели. С документами. И так мы его, этого офицера, под конвоем привезли на нашем здании. Угу. Какими-то документами там у него. Где они его взяли, как, ну, в общем, он в землянке сидел. И потом, когда мы шли, так его под конвоем вели. Причем котельского бургомистра взяли, нашего, который служил у немцев. Его под конвоем тоже вели. Потом ему говорят, 10 лет вроде дали. Говорили так. И этого немца вот. А больше так вот не было пленных у нас. Не было. Вот задание было такое взять, вот взяли. После того, как вас призвали в армию, вы попали в запасной полк. Чему вас обучали? Сначала курс молодого бойца, а потом последний месяц с 1 июня. Нет, после 1 мая и месяц учили на пулеметчику крупнокалиберного пулемета. Вот я был пулеметчик крупнокалиберного пулемета. Он и по наземным целям, по точкам стрелял, и по зенитным. Это тоже. ДШК? ДШК, да. Угу. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, насколько вас хорошо подготовили в этом запасном полку для фронта? То есть, естественно, вы уже прошли определенные бои, у вас определенный опыт был, но вот эту подготовку, которую вы прошли в запасном полку. Да, конечно, там ведь это стрельбы, во-первых, причем оружие, это оружие изучали, и стрельбы, и потом вот атаки против, как против танков, даже против конницы, хотя конницы говорят редко, я никогда не видел. Это говорят, что эту войну конницы было редко, тем более во вторую часть. А против танков как каким образом? Угу. Учили так все-таки основательно. Сколько вот это же февраль, март, апрель, 3 месяца. А потом месяц вот на калиберного пулеметчика. Хотя говорили, что нужно было, если в мирное время, 5 месяцев учиться на это, а нас за месяц. В июне вы попали на фронт. Да, 10 июня началось наступление Ленинградского фронта на Крейском перешейке. И мы как раз первый день шли во втором эшелоне, а потом, пока материальной частью нас снабдили, выдали, значит, это привезли пулеметы, машины. Правда, машины не полностью, не каждый пулемет. А шофера были полностью. И автоматы выдали. И так вот моя так и началась. Это. Как вас в части приняли? Ну как вот, наша рота вся была 26-го года, только кроме сержантов. Сержанты были, вот у нас был, помню, сибиряк, фамилию сейчас не помню, так он тоже 20 лет ему было, а так ребята... Все молодые были. Молодые, все 26-го года. Так что тут шофера были, конечно, старше, которые шофера. Ну так они там по своему делу. А потом, когда потери, конечно, были, так потом пополнение приходило. А причем наша дивизия считалась ударной, а ударная это как? Это можно понять, что как бы лучшее что ли. А фактически-то, если точным быть, то это, наверное, такая тактика у нас уже была, научились воевать, что мы делали прорыв линии. Вот когда к ним мы подошли, там старые солдаты, которые финскую войну воевали, говорят, ну здесь постоим. А ничего, за одну ночь прорвали. Вот. Так что линии Маннергейма так вот, как до тех домов, чистое поле, как железная дорога примерно, чистое поле, ни одного клочка даже нет, а там у них это, возвышенность такая и укрепленные точки. И такие надолбы стоят, эти железобетонные надолбы большие, обычно они немножко меньше, здесь большущие несколько рядов, так как туда танки, а утром подошли эти наши 152-миллиметровые самоходные орудия, наверное, только с завода, что еще зеленые такие. И вот они начали эти
сшибать своими снарядами, 152, это большой снаряд. И разметали эти все. Пошли. Потери, правда, было, но с малыми потерями. Говорили, на 6 километров прорвали. А мы стреляли по их точкам. Причем 50 патронов, это лента, через 4 на 5 трассирующий ставился, потому что видно, куда ты попадаешь, трассирующий. Конечно, это и для врага удобно, что он видит откуда, но и для нас удобно, куда ты попадаешь, видно сразу. А по каким целям вам в основном приходилось работать? А по огневым точкам. Вот когда реку Вуоксу это форсировали, вот линию Маргейма, вот эту когда. И потом по зенитным целям приходилось стрелять, когда вот самолеты, они на трех ногах. Такое рыли пулеметное гнездо, значит, 1.15 м глубиной, 30 метров брусвер и 3 метра в диаметре. Это огневая была, чтобы можно было. Вот это, маскировка там, все. А рядом землянка, где, значит, личный состав, который не дежурил. Авианалетам часто подвергались? Да, были. Не очень, не каждый день, но были. Артиллерийский, под минометный огонь приходилось. Вот. У нас, у немцев были самолеты-корректировщики, такие двухмоторные, двухфюзеляжные, рама называют. Вот он, какие-то бронированные были, на передовой летает и корректирует. А у нас вроде таких самолетов не было. У нас вот полуторка и такой аэростат на тросике. И поднимали оттуда, они там с корзины, значит, смотрят. Я дважды был свидетелем, как откуда из-за тучи Миша Шмидт появляется, раз, и там чем, каким газом он заполнен, что сразу вспыхивает огонь, дым и все. Но два человека, два парашютиста, живые, видимо, оставались, потому что эти самолеты завьет и улетит, а они спускались, видел так вот два раза. А что больше несли потери? Вот непосредственно, может быть, ваша часть. Ну, у нас в пулеметной роте немного было. С минометных обстрелы бывали. Минометные обстрелы очень. Вот. И артиллерийские. А бомбы редко у нас. Это, не знаю, это раза два или три бомбили. А так артиллерия только. И минометы. В основном минометы. Непосредственно вам в боях за Выборг пришлось участвовать? Ну вот только за пулеметом. А так в рукопашку я не ходил. А за Выборг сам вы участвовали в боях? Мы в наступлении участвовали. Сам Выборг. Нас бросили, значит, в обход Выборга. Мы по 40 километров давали в сутки. Вот. Но не успели мы окружить Выборг, его взяли в лоб. Угу. Вот, и нас остановили тогда. С финнами приходилось сталкиваться? Я финнов видел только издалека, Вот. Когда в Оксу это наши форсировали, так взяли и гнали, помню, так взяли человек 60. Некоторые были в одном нижнем белье, но не успели, видимо, они переправиться. И вот человек 60 конвоировали. И даже я заметил, две женщины было. А тоже, может, медсестры или кто их, mm-hmm. да. А эти кто в форме отчасти, а кто совсем в нижнем белье, быстро прогнали. На передовую видел, как наш командир дивизии два раза приходил. Такой плотный мужчина, генерал-майор Якушев. Два автоматчика у него сзади. Ну, автоматы у них за спинами были, так. Приходил с дубиной. Приходил, сам смотрел. Скажите, вам говорили, против каких частей вы воюете? Нет, этого не было. Не говорил. Не помню такого дела. Угу. Не помню. Как были обмундированы? Что носили на ногах? Сапоги или ботинки с обмотками? Ботинки с обмотками. Только офицерам полагались сапоги. И то младшему составу офицерскому, то кирзовые были. А постарше там уже яловые называются. Да. А так, а сапоги стали давать уже после войны, там приказ был. А что, на ваш взгляд, удобнее, сапоги или ботинки с обмотками?
Ну, конечно, я не знаю, ботинки с обмотками очень неудобные. Кто это только придумал? Это японцы там. Это очень неудобно во всех отношениях. Никто не приветствовал. Особенно после войны, когда сразу и некрасиво при том. Очень. Ведь молодые ребята на танцы ходят и все. Там моряки одеты, так у них клёш, все-таки у них суконное обмундирование. А здесь в обмотках не очень-то. В холодное время года вы чаще носили шинели или ватные куртки, вот эти ватники? В запасном полку давали ватники, которые поддевали под шинель. Специальный ватник, который, когда большой мороз, тогда под шинель еще этот фуфайка, но она тонкая такая, тоньше обычной, и под шинель каждому, да, и тепло. Одевали тепло, рукавички эти байковые, портянки байковые тоже. И холода мы не испытывали. Шапки, по-моему, после 20 градусов разрешалось, значит, это уши спускать, но только завязывать, не то чтобы болтались. Либо чтобы так были, либо завязаны. Вот. Так что холода мы не испытывали, когда... А воевать мне пришлось в летнее время, так здесь, конечно, под плащ-палаткой, другой раз плащ-палатку. Как на фронте дело с гигиеной обстояло? Как часто удавалось помыться, привести себя в порядок? Вот это, насчет этого было на фронте очень хорошо поставлено. Там любой момент использовался, вот, наша дивизия вот так, удар наносила, потом, значит, ее выводили, а свежие силы развивали. Это я так говорил, я не сказал, кажется, что почему ударная дивизия? Потому что вот ударные силы, конечно, потери несут, и сразу ее отводили на пополнение, а свежую вводили, и она развивала наступление. Вот. Так это когда вот на пополнение обычно вечером приходили. Так, с госпиталей, еще откуда-то там, может, запасных полков. Вот. И в это время всегда на Карельском перешейке, там ведь озер много, озерах маленьких, это речки. Там много-много. И останавливали какие-то палатки. Я не знаю, чем там электричеством грели, что ли, горячая вода. И обязательно пропускали. В этом отношении в армии было поставлено очень хорошо. А когда в запасном полку были, значит, там насчет этого хуже было. Вот котелок давали горячей воды, вот, а там мойся сколько хочешь ледяной водой. Но если то... Каждое утро проверяли на вшивость. Вот ты должен на поясе нижнюю рубашку снять, и медсестра смотрит, вши есть ли. У кого только обнаруживали, то сразу же в сторону и под командованием сержантом в гарнизонную баню. А там уже горячей воды сколько хочешь. И вот и это прожаривали таких в шкафах специально, одежду всю прожаривали, и все. Насчет этого было не в армии, это было поставлено. Не знаю, как в 41-м году, там, а в 44-м году было классно уже поставлено. Это внимание обращали очень большое. А как с питанием на фронте было? Как часто удавалось горячее поесть? Ну, там когда как, когда в боях, так норма, конечно, была хорошая в этом, армейская норма. Ну, полагалось тоже два раза, три раза не всегда приходилось там. А бывает в боях в наступлении, там где-то эти склады, в Финляндии там же скалы эти разные, там болото, там не всегда поспевали. Вот, так бывало, что и трофейные, помню, это галеты где-то в каком-то складе, финские галеты, галеты ели. А потом картошка пошла уже, так картошки варили, а она еще совсем маленькая была, не готовая такая. А когда возможность была, кормили всегда, и первое, и второе, все нормально было. А в боях, конечно, не всегда же могут добраться там, где. А все говорили, что финны, мол, травят еду, там это, вы только смотрите, чтобы это. И вот однажды, значит, машина, та самую передовую машину, которая перевозила боеприпасы, патроны, такие в ящиках патроны, нужно было носить. На самую передовую-то не придет машина, нужно там где ползком потом это. И вот там сад какой-то финский. Я иду, и такая, как трехлитровая банка, варенье лежит на боку. Половина сливши, а половина, значит, это, варенье. Красное какое-то, не знаю, смородина или чего оно было.
Думаю, поесть, что ли, а всегда здесь ложка. Думаю, нет, что отравишься. И вот я патроны снес, иду обратно, смотрю, какой-то пехотинец. Это банка очень сильно выращивает, этот губы красный. Думаю, ведь моя была. А вот только ложка так кругом ходит. Вот таким образом. Какие-то суеверия были перед боем? Может быть, кто-то не брился или еще что-то? С 26-го года мы были так, редко, кто из нас вообще еще брился. Я еще не брился, мне вообще-то 16 лет было, так какая бриться-то. Смертные медальоны у вас были? Нет. Говорили, что это в начале войны вроде, у меня первый период войны были, а нам не давали, нам давали красноармейские книжки. И все. Во время отдыха, вот после того, как раз, после прорывов вы говорили, что вашу дивизию отводили на отдых, приезжали ли к вам артисты, может быть, кинопередвижки были? Да, кинопередвижки были, я помню кино, вот поставили вечером Антон Иванович «Сердится». Помню хорошо кино, это потом другие кинопередвижки. А так артистов не было, и мне лично не пришлось, понимаешь. А кино ставили, да. Причем вечером там какое-то помещение такое темное, чтобы можно было в глубине экран поставить, а сами сидели на улице и смотрели. Угу. Вот это Антон Иванович «Сердится». Недавно я смотрел, так вспомнил, думаю, на фронте смотрел это. А как на вас Финляндия произвела впечатление, вот как страна? Кто? Финляндия. Ну, как сказать, там порядок очень такой вот, скажем, у них техника сельскохозяйственная, вся под крышей и подкрашена вся. Вся стоит под крышей. Без стенок, но такой сарай, или как можно назвать, с крышами, и вся. Я так вот сравнивал, у нас я на автобусе работал, он колхоз Торм, потом этот проезжали. Этот Черковицы, колхозные все эти стоят как-то под снегом зимой, понимаешь? Вот там этого нету. В лесу там все прибрано, все сучки прибрано. Все это, не знаю, там частный лес или нет, но стараются, вот у них поленница, так и все. В первую очередь суки там, суки это сложно, чтобы а так лес они берегут. Притом у них там болото, рожь там плохо растет, потому что болото. Так вот такие сделаны, как бы сказать, такие траншеи такие сделаны, они небольшие, где вода уходит, и тут рожь растет. Покосы у них, значит, вот такие сделаны, как бы их сказать, палки вот такие, отполированные вот такие. И вот таким образом, значит, такие короткие, и на это вешают сено сушить, чтобы сохло бы оно. Так, у них, да, порядок там. А с местным населением приходилось встречаться? Местного населения ни одного человека, они все говорились, до одного, никогда ни одного не было. И сколько я не спрашивал, нет. Имущество брошено было, вот приходишь, там еще в печке, у них тоже русские печки. В основном русские печки, так же, как и у нас. Ну, еще горячая пища в печке, а все уехали. Потом на станции Мялькеля, помню, когда ее взяли, там столько барахла, было брошено, это ужас, сколько. А скот, который по лесу разбежался, а таких больших поросят им не увезти, видимо. По-моему, сейчас станция Житкова называется, она тупиковая, откуда-то оттуда, с Выборгской ведет. Так вот эти поросята все зарезаны и брошены, чтобы лишь бы не доставались нам. А потом видел пленных, везли на машине как-то. Вот так, а так близко, чтобы разговаривать, таким образом. Не приходилось с ними. А когда вас контузило? А это было, я не помню, какого. Это было до того еще, как с финнами мир заключили. А с финнами мир заключили что-то в начале сентября. Мне, наверное, контузило в конце августа, наверное. Во второй половине, во всяком случае. Я сейчас числа не помню. Что хотели, говорят, в госпиталь. А я крайне не хотел. Я говорю, да ничего такого нету, а то хотели в госпиталь. А по своей части привыкший так уже к людям, не хочется как каким-то чужим каким-то опять снова привыкать. И вот я, ну, говорит, ладно, посмотрим потом. А потом вот в тыловые части отчисляли, потому что
когда финны отступили, ведь все остались. Покос остался, эти весь рожь, которая была, все оставшее. И эти частей из наших солдаты были, все покосы убрали, все пресса были такие, это прессовали сено. Ничего не осталось. Вот и военное время, и солдат, а убрали все. Я потом удивлялся, вот когда Собчак был здесь мэром, что говорят, мясо стоит, некому разгружать было в Ленинграде. Мясо, мол, стоит, эти вагоны, и некому. Я вот вспоминал, думаю, надо же, а там такой порядок. Все убрали. Uh-huh. И мельницы были, мололи муку, эти стены скирдовали, и на прессах делали. Все было сделано, как надо. Скажите, пожалуйста, как вам помнится, между собой обсуждали ли открытие второго фронта? Говорили... Да, конечно, это второй фронт был, наверное, открыт. Мы еще на фронте, по-моему, не были, перед тем, как на фронт. Это было в начале июня, наверное, потому что нам, помню, перед отправкой на фронт лекцию проводил агитатор какой-то, и вот он говорил, что вот открыли второй фронт. И мне что запомнилось, что, говорит, американцы нам дали столько ботинок, что вроде, если шнурки, только, кажется, 9 тонн одних шнурков, если взвесить. Вот это запомнил почему-то. А как думаете, без союзников победили бы? Я своей головой думаю, что победили, но намного труднее бы пришлось. Труднее пришлось бы. Помощь все-таки была большая. И главное, продуктами. Продуктами много. Ведь все американскую тушенку ели все время. Даже еще и после войны было. Угу. Еда. Даже вплоть до того, что капуста даже была. Вот это. Яичный порошок. Думаю, что да. Но, может, труднее, наверное, пришлось. Но трудно судить. Я плохой генерал. Скажите, пожалуйста, в каком звании вы войну закончили? А мне присвоили звание после взятия Ленина Маргейма младший сержант. Так я младшим сержантом был. В тыловых частях там не присваивали, не это. А мне командир нашего взвода, младший лейтенант Савченко такой был. Я не знаю, он, наверное, тоже не кадровый, а из филей, из агрономов какой-то вроде, это не кадеринца вот такого. Ну и после взятия Ленина Маргейма он говорит, ну что, Григорьев, я хотел тебя к ордену представить, или тебе звание присвоить лучше. Я говорю, товарищ младший лейтенант, ну, по-хорошему говорю, я говорю, товарищ лейтенант, хотя он когда сердился, я не лейтенант, я младший лейтенант. Говорит, для тебя еще, говорит, все впереди, ты, говорит, орденом завоюешь, а я, говорит, думаю, что лучше тебе звание присвоить. Я говорю, я согласен. И вот мне присвоили звание младшего сержанта. Угу. 16 лет. Вот. А кому не хочется каким-то быть командиром, я говорю, все-таки отличие какое-то. А наградами какие-то были награждены за время войны? Нет, во время войны так и не было. Когда нам присвоили звание, название Ленинградской дивизии, говорили, что нам выдадут за оборону Ленинграда. А потом уже, помню, комсорг ходил, говорил, что вот будет награждение. А потом сказали, что нет, награждают только те, которые с 8 сентября и до прорыва блокады. Только тех, а вас нет. Нет, у меня наград нету. Только вот юбилейные, вот партизанские, вот это ветеран 21-й армии. Это партизанский, ленинградский партизан, знак нагрудный. Это за мужество, отвагу называется. Ну, это Отечественные войны давали, угу. Я не знаю, на 40 лет, наверное, всем фронтовикам давали. Угу. Это. Если какая награда была, то давали первой степени. Эти вот угу. Желтенькие, эту белые. У меня никаких не было, кроме юбилейные только. Юбилейные. Это вот дали вот этот. Угу. Вот таким. А так никаких наград нет. Где вы встретили 9 мая 45 года? И как узнали о том, что победа? А мы на охране складов были на Крейском перешейке. А там рядом было подсобное хозяйство. Когда с финнами мир заключили,
это землю-то надо было это осваивать, и с ленинградских заводов присылали молодежь туда на постоянную работу, а в основном девчонки. Вот. И потом, которые были комиссованы по ранению, бойцы нашей армии тоже вот приходили, если, например, в Ленинград, который приходил, то тоже туда, который не очень-то еще вот так раненый, таким образом. И у них там было радио, и вот они, когда сказали, что вот Берлин взяли, хотели, значит, там вот будем праздновать этот день, а там трактористы были, говорят, нет, говорит, мы в такой день, наоборот, говорит, больше пойдем по хатикам пойдем. И они сами по собственной воле вот вышли и стали пахать. Говорит, в честь победы будет труд будет, а не это, говорит, пока война не кончилась. Но когда Берлин взяли, так уже чувствовали, что вот-вот-вот-вот, и так нас застало там это вот весь, что... Как-то да. Отпраздновали? Ну, как сказать, мы на точке стояли, так что кто там, говорит, 3 человека нас было. Блинов испекли. Масленица. Вы дембельзовались в 50-м году. Да. А в каком звании? Младший сержант. Так и был. Так и дембельзовался. Скажите, пожалуйста, после войны было снято много фильмов о Великой Отечественной войне. Как вам кажется, насколько они правдоподобны? И какие фильмы вам больше нравятся? Советского периода или уже... нынешние, современные? Разные бывают. Конечно, некоторые мелочи бросаются в глаза. Например, что вот топливный бак на ЗИС-5 пишут, что там под кузовом не было. Топливный бак кузов ЗИС-5 был под сиденьем. Потом самолеты. Вот садятся в один самолет, а взлетает совсем другой самолет. Вот бывает так. Ну, кто не знает, так самолет и самолет, подумаешь там что. А я вот знаю это все. Мы по долгу службы должны были все американские, английские и немецкие, в первую очередь, и итальянские самолеты свои знать. И потолок, это бомбовая нагрузка, максимальная скорость. Все это изучали, потому что мы должны, зенитные дела должны были знать тоже. Вот, вот таким образом. Война снится? Да, бывает, но редко бывает. Бывает снится. Ну, я вам скажу то, что вот когда война снится, страшно. Я помню, что в боях вот не так страшно было. А почему-то во сне страшно очень. Почему-то, да, я вот это не пойму. В бою бывает после страшно, в бою там некогда бояться-то. Вот после бывает как-то, после боя, вот как-то озеро берет, думаешь, ну ёстой, как живой остался. Ага. А так нет, а во сне страшно. Страшно, да, проснешься и думаешь, ой, хорошо, что это... Сон. А так есть кино, которое снято, и во-первых, что там солдат наголо подстригали, а показано, что все волосами. Потом многие показано в сапогах, когда в обмотках были. И потом не есть такие вот мелочи такие в основном. Что бы вы пожелали молодежи? Молодежи, что же, конечно, не хотел бы я желать то, что видел сам. То, собственно говоря, юности как таковой не было. А все это вот, ну что, начинать воевать в 16 лет, да и оккупация тоже не мед было. Я даже вот удивляюсь, жили так, что вот кругом у нас болото в деревне. Я никогда не подумал, а брали мох тот, который... Вот в воде мох, с воды вытаскивали, и делали с него муку и ели. А там, если ржаная мука была, так добавляли. А так с моху ели, желудок чем-то наполнить надо. Я никогда не подумал, что вот вокруг деревни моху не стало. За мохом надо было идти уже в порядочном времени. Ох, сколько! А деревня-то деревня, 25 дворов всего. Вот как приходилось. И молодежи, конечно, желаю, чтобы, конечно, такого не было, чтобы войны. Но, однако, и желаю, родину беречь надо. Родину беречь надо. И защищать, если придется, надо обязательно. Как бы не было, а свое.
как отец мне тогда сказал, говорит, только из дома никуда не уходи. Так и наша общая родина. Где там, в Америку уезжать, там хорошо, там хорошо. Нет, все-таки мы должны быть патриоты своей родины. Дома лучше. Мне пришлось в Латвии вот быть там, в Эстонии, вращаться уже после того, как война кончилась. Нет, а несмотря на все недостатки, мне кажется, все-таки наш человек душевнее, чем вот там. Как-то там более официально как-то. А у нас души больше в человеке, в нашем. Мне так кажется, вот со своих, сказать, 90 лет теперь.